На три смотрим расписание. Раз, два, три. Я Алекса, а это моя лучшая подружка Кэти. Мы перешли в 9 класс. Осталось всего 3 дня. Осталось всего 3 дня. Но случилось непредвиденное. Почему ты молчала? Все в школе в первую очередь будут замечать мой диагноз, а не меня. Хэштег «Мы с тобой». В их глазах я буду умирающей от рака, а я этого не хочу. Что, если будем замечать не только тебя? Слушай, Кэти, ты отличная подруга и... Боже ты мой, Кэти! Что же ты наделала? Сериал от Netflix. В школе будет столько всего интересного. Собрания, футбольные матчи, баскетбольные матчи, бросок крюком... О, господи! Пойдем-ка лучше в дом. Смотрите в марте. А вдруг врачи не разрешат ходить в школу? Все будет хорошо. Спасибо. О, это я волосам говорил. Быть собой. Дело общее. У тебя такая чудесная дочка, у тебя такая храбрая. Мам, тебе можно плакать не чаще 2 раз в неделю. Не трать все за 1 день. Отпразднуем? Так, чтобы мамки взбесились. Или просто мороженого поедим. В жизни бывают моменты, когда рядом нужен друг. Но иногда тебе достается нечто получше, а именно Кэти. Супер, пойду посмотрю, как дела наверху. Алекса и Кэти. Готова? Ну, готова. Смотрите все серии 23 марта.